Привет, дорогие друзья! Продолжаем ремонты блоков питания. Сегодня у нас в ремонте, да-да-да, наш любимый постоялец Aerocool VX600. Вот такой блок питания. Реальный же блок, конечно же, не на 600 Вт, а поменьше. Но не суть. Этот блок практически абсолютно новый. Вот. Его вскрывали, смотрели и не дали ума. Просто посмотреть, залезли и все. Вот, ведет себя он необычным образом, сейчас покажу, очень необычным образом, потому что по факту он рабочий и работает, но таким, скажем, особым образом. Вот такой у меня тестер китайских блоков питания, такой тестер можно заказать по ссылочке внизу в описании, но он, я его подстыковал неспроста. Подключил коннекторы, это 4 пин на ЦПУ, вот 4 пин подключил, и основной шлейф, то есть я подоткнул все. И запускаю пилот. И мы видим, он начинает стартовать, и блок уходит в защиту. То есть, смотрите, идет потребление 0,7 ватта. То есть это у нас получается запитана дежурка. По всей видимости, сработала защита, и блок ушел в защиту. То есть формально он сам себя как бы защитил. По всей видимости, что-то у нас происходит неладное, и быстрее всего супервизор уходит в защиту. Но на этом мы еще не останавливаемся. Проходит какое-то время, мы выключаем питание, проходит какое-то время, разрешается у нас дежурка, и мы еще раз будем пробовать запускать. Из какого-нибудь там 5-го, 6-го, а бывает из первого раза, запускается блок и работает. И причем все напряжения в норме. Сейчас я подожду, выберу момент и попробую записать вот именно этот момент, потому что... Нет, не разрядилась дежурка, жалко. Ладно, сейчас я перезапущу видео и попробую поймать этот момент, когда блок непосредственно запустится. И видим, он наконец-то запустился. Напряжение, смотрите, в норме, в норме, в норме. Power good в норме. 5-вольтовая линия в норме. 3,3 в норме. То есть проблем с блоком нет. То есть вот я выключаю. Он сейчас выключится. Ждем. Включаю. И работает блок. Блок новый. Ну, не прям новье, но он как бы толком не работал в ПК. Он как списанный не ликвид был. Все. Выключается. Включаю. Работает. И никаких... О, ушел в защиту. А, наверное, провод отошел. Да не, наверное, в защиту ушел. То есть у нас, короче, вот такая плавающая проблема. То блок включается, то блок не включается. И ошибок он никаких... Мультиметр нам вот этот тестер не выдает. Вот такая вот странная проблема. Я бы сказал, очень сложная проблема. Плавающие проблемы — это самые сложные проблемы. Вот такой нам достался VX Aerocool. Непростяцкий блок. То есть сам блок по себе простой, но проблема с ним очень непростая и неоднозначная. Ну что, будем разбираться? Или страшно нам разбираться с таким блоком? Не знаю, сейчас попробуем потягаться с ним. На самом деле это китайский ширпотреб, и чинить его, конечно, не очень стоит, потому что потребуется много времени затратить, разобраться, в чем проблема. Но я думаю, у нас на это будет выделено определенное время, и мы будем им заниматься. Разберу его пока за кадром. Я вскрыл блок питания, извлек плату. Типичный Aerocool. По входу фильтров нет, предохранитель. Дальше у нас стоит диодный мост на 10,06, то есть 10 ампер, 600 вольт, по всей видимости. Стоит две банки по 200 вольт, 1000 микрофарад. Они, по-моему, последовательно стоят, то есть на 400 вольт получается 500 микрофарад. Если не ошибаюсь, последовательно. Вот. Дальше у нас стоит... Дежурочка здесь
Дежурочка здесь стоит. Вайпер 22А. Это оптопара дежурки непосредственно. Это выпрямительный диод дежурки. То есть 5 вольт у нас проблем нет. Дроссель дежурки. И вот выпрямляющий конденсатор сиреневый. Как раз у нас 5 ВСБ дежурка. Так, контроллер защиты. Супервизор ВТ-7502В. Будем его проверять обязательно. И шимка, которая раскачивает весь блок питания. Так, попробую сфокусироваться. Сфокусировал кое-как. УЦ-3845Б. Плохо видно. 45Б. Эта микросхема, если не ошибаюсь, по-моему, на 100 кГц работает частота. Трансформатор. Неплохой трансформатор, кстати. Не совсем прям хиленький. Дальше у нас дроссель ДГС. И на дроссель ДГС стоит как раз контроль у нас температуры. То есть термодатчик стоит. По пайке тут, в принципе, претензий нет. Все я посмотрел, визуальных дефектов никаких нет. Все замечательно и отлично. Ну что, то есть осмотр я провел. Подпаял я на минусовую клемму вот такую вот скобу. Сейчас будем подключать осциллограф и замерять, изучать, кто уходит в защиту, кто отключает блок питания и почему. Ну, конечно же, как я и уже говорил, Аэрокул на 600, VX600, тут явно 600 ватт не будет. Тут поменьше будет, но 450, я думаю, вполне он выдаст. Ну что, подключаю осциллограф и будем проверять. Итак, бог удачи нам улыбнулся, и мы нашли схему на вот этот примерный блок питания Аэрокул VX600. Это очень чудесно. Самое главное, что здесь микросхема присутствует 3845, это раз. Вот эта микросхема дежурки, по всей видимости, Viper 22A. И самая третья, основная, топовая наша микросхема VT7502, но без префикса W. Не знаю, чем она отличается, но сейчас меня это не интересует ни граммусечки. Блок питания, я не буду рассказывать все тонкости и особенности блока питания, да я их и не знаю, могу и накосячить, поэтому пробегусь по основным элементам, как что работает. Переменка у нас поступает вот через вот эти два контакта, здесь у нас фильтра стоят, которые просто отсутствуют, диодный мост выпрямляет переменное напряжение в постоянку, здесь формально у нас стоит один конденсатор на 400 вольт 500 микрофарад. По факту стоит вот два конденсатора 1000 микрофарад 200 вольт. Формируется на этом конденсаторе примерно 330-320 вольт. Эти 320 вольт поступают в первую очередь, конечно же, на ключи, которые сейчас спят. Вот они, на эти ключи упираются 320 вольт. Эти ключи сейчас спят. Почему они спят? Потому что микросхема 3845 просто не запитана. А чтобы ее запитать, должен быть открыт вот этот транзистор. А чтобы открыть этот транзистор, должна быть открыта вот эта оптопара. А чтобы открыть эту оптопару, должен быть запитан VT7502. А чтобы запитать VT7502, необходимо, чтобы на линии 5 ВСБ появилось напряжение больше 4,5 вольта. По-моему, 4,5 вольта. Могу ошибаться. Ну, примерно. Но по-правильному должно быть 5 вольт. Вот. А чтобы появились 5 ВСБ, должна запитаться вот эта дежурка. Так вот, возвращаемся. 330 вольт вот на этом контакте, то есть на плюсовой банке конденсатора, поступает вот сюда, на горячую обмотку трансформатора. При подключении питания сначала идет первое колебательное движение, и в этой обмотке формируется
магнитное поле, которое формирует в этом сердечнике магнитное поле. Здесь формируется ЭДС в этой обмотке. Это вторичная как бы обмотка получается, которая запитывает непосредственно через диод D9R23. Продолжим. Запитка происходит самой дежурки через вот эту вторичную обмотку, через диод, через ограничительный резистор. И все это дело выпрямляется C25, 47 микрофарад конденсатором. Здесь напряжение растекается у нас непосредственно на запитку самой микросхемы. Вот, специально поставили еще разделительный диод, чтобы шла чистая запитка вайпера. Вот у него свой конденсатор тут на 10 микрофарад, 50 вольт. И напряжение должно потом поступать, после того, как все основные операции пройдут, пойдет запитка через вот этот транзистор микросхемы 3845. Но пока сюда напряжение не поступает, у нас запиталась только дежурка, и формируется здесь в сердечнике опять магнитное поле, здесь формируется напряжение, вот этим диодом выпрямляется это напряжение, поступает через вот эти все фильтра, попадает через направленный диод, вот этот D6, и запитывает VT7502. Во время запитки происходит поднятие напряжения на линии сигнала PCON, то есть поднимается линия там до 5 вольт, 3,5-5 вольт, надо замерять. Но не суть. Короче, больше 3,5 вольт. Вот. И сигнал PCON ждет до тех пор, пока его не прижмут к земле. Прижимают сигнал PCON у нас материнка через микроконтроллер на материнской плате. Когда мы нажимаем кнопочку, материнская плата как раз отрабатывает, и вот микроконтроллер там все это дело производит. Когда PCON прижимается к земле, у нас вот здесь на третьем выводе, сначала, когда еще не прижат PCON к земле, на третьем выводе у нас формируется высокий логический уровень, примерно там 3,5-5 вольт. Вот эти 5 вольт поступают вот с этой стороны диода, потому что на диод отсюда течет, не течет ток, а поступает потенциал, равный примерно 5 вольт вот здесь. И здесь подпирает его потенциал 5 вольт. Тут 5 вольт и тут 5 вольт. Соответственно, вот по этой цепочке ток не течет. Не может течь, потому что от высокого потенциала к высокому ток не течет. Так вот, когда мы прижимаем сигнал PCON к земле, вот сюда, вот к этой земле, именно к этой, не к этой, потому что это земля горячей части, а это земля холодной части. Вот, PCON мы прижали к земле, и у нас вот этот третий вывод супервизора переходит в логический ноль, то есть он формально прижимается тоже к земле. То есть получается здесь становится ноль. Здесь у нас 5 вольт, здесь 0. И соответственно у нас начинает течь ток через вот этот светодиод и уходит на вот этот супервизор. Когда протекает здесь ток, у нас вот этот диод формирует фотоны, которые облучают транзистор. И транзистор резко открывается. Резко открывается транзистор, и ток, который течет вот через вот этот R21, протекает вот через вот эту вот обвязку базовую и уходит на землю. Здесь на базе формируется напряжение 0,6 вольт, которое открывает вот этот транзистор, и ток с дежурки, который питает дежурку, и ток протекает вот через этот транзистор, уходит на запитку U1-3845. В момент, когда происходит запитка 3845, у нас внутри там куча всяких там компараторов, всяких там сумматоров, которые настраивают специально работать микросхему. Ну, не суть, короче, как она там работает, нас это не волнует. Микросхема 3845 уже формирует импульсы вот через вот эту вот обвязочку, формирует импульсы, которые разделяются через вот этот
трансформатор, это разделитель трансформатор, отделить горячую часть от, так скажем, от микросхемы. Вот, эти импульсы поступают вот на эти обмотки и уже толкают наши силовые ключи. Эти силовые ключи расшатывают вот эту обмотку силового трансформатора. Ну, а уже здесь через магнитное поле вот эти вот обмотки силового трансформатора формируют уже низкие напряжения. Вот это у нас холодная часть. Так вот, это вкратце мы рассказали. Так вот, дальше, как здесь формируется магнитное поле, сформируется вот здесь ток, у нас на супервизор через вот этот диод, через вот этот ограничительный резистор, через вот этот делитель проходит напряжение, там плюс-минус, ну, больше 12 вольт, а через вот этот делитель проскакивает на вывод 1 супервизора. Это вывод этот вывод ПГИ. Вот. Здесь должно быть примерно там 1,5-2 вольта. Когда супервизор получает вот эти 1,5-2 вольта и не больше, просто если он получит больше, то супервизор уходит в защиту и отключает, то есть подпирает третью лапку 5-вольтовым напряжением, и, соответственно, вот этот диод перестает светить, он запирается. Соответственно, закрывается транзистор, закрывается этот транзистор, и у нас тупо обрывается питание микросхемы 3845. Тем самым у нас вот этот супервизор уходит в защиту. С другой стороны, если у нас вот это напряжение сформировано правильно, дальше супервизор смотрит, какие у нас формируются напряжения на линии 3,3 вольта, на линии 5 вольт, на линии минус 12 вольт, на линии плюс 12 вольт. И все эти напряжения он мониторит, и если они в допуске, то сигнал на линии 3, на пине 3 остается в низком логическом уровне, и вот этот вот оптопар у нас открыто. У нас так и продолжается запитка микросхемы U1-3845. Но у нас происходит какой-то коллапс. У нас быстрее всего, я не знаю, я еще не проводил замеров, но предполагаю, потому что VT7502, когда стартует, она подает сигнал сюда, запускает наш шим-контроллер, который формирует выходные напряжения, и потом VT7502 что-то видит плохое, что ей не нравится, блокирует ножку вывода 3 и тем самым сбрасывает работу нашего шим-контроллера, и, соответственно, вот здесь все у нас обесточивается. Соответственно, здесь падают напряжения, но дежурка у нас продолжает работать и запитывать вот этот вот контроллер наш, супервизор. И пока не разрядится супервизор, у нас он будет находиться в защите. Он сработал, и все. Пока вы не перезапустите блок, он не проснется и не включится. То есть его надо перезапускать. И это говорит о том, что в первую очередь, быстрее всего, у нас проблемы с какими-то вот этими сигналами. Быстрее всего. Вот с этими сигналами. Тут что-то неладное творится. Так вот, мне все там кричат в комментариях. Аэрокул полное дерьмо, защит нет, говно и тому подобное. Ребят, вот сейчас мы рассматриваем Аэрокул VX600. Самый говняный блок. Да, он не крутой, да, он не серьезный блок, он не 600 ватт однозначно. Архитектура схемотехники его довольно-таки древняя. Я бы сказал, такая печальная. Но микросхема 3845 все равно довольно-таки уже перспективная относительно TL494. Она имеет ниже частоту, соответственно, перекачка энергии намного страдает. То есть вот эта вот схемотехника, она все равно чуть, но уже, я считаю, уже лучше. Вот. Так все же,
по защитам. Неужели все так плохо, как все рассказывают в комментариях? Неужели все так печально? По всей видимости, аэрокулы все разные. Но вот этот аэрокул, могу заверить точно, что у него все защиты отлично настроены и все работает отлично. Смотрите, плюс 12 вольт есть защита, минус 12 вольт есть. Ну, понятное дело, что она происходит через вот этот транзистор, а плюс 5 вольт через вот этот делитель приходит, а 3,3 вольта чисто приходит на супервизор. Это через обвязку, но здесь беды нет, ломаться здесь нечему в обвязке, тут только транзистор. Да и в любом случае, если что-то выйдет из строя, вот этот друг, товарищ, он увидит проблему и подействует через вот этот оптопару и отключит генерацию. Что у нас и происходит. Супервизор отключает генерацию вот этого шим-контроллера. Так, наши действия. Вооружаемся однозначно. Здесь мультиметр нам не поможет. Здесь мы вооружаемся осциллографом. И первым делом я буду смотреть, что у нас происходит на ножке номер один. Вот на этом выводе, который запитан непосредственно первый вывод с холодной части. Какое у нас здесь напряжение? Второй вывод осциллографа. Да-да, вы не ослышались. Я буду использовать осциллограф с двумя лучами. Первый луч я кидаю на единичку, пин единицы. Второй луч я кидаю на третий вывод. Или нет, мы можем, в принципе, смело запитать на седьмую ножку. На седьмую ножку мы тем самым увидим плюс 5 ВСБ, когда придет питание на микросхему. И когда мы будем стартовать PCON, мы увидим, как плюс 12 попадет на микросхему седьмой ноги. И мы посмотрим заодно, какое будет напряжение по 12-вольтовой линии, выпрямленное уже. А на третьем выводе мы увидим, что супервизор уйдет в защиту и отключит вот эту оптопару. Сейчас мы это все посмотрим, и действительно ли супервизор отключает оптопару или нет. В этом мы сейчас убедимся, и заодно замерим 5 ВСБ и 12-вольтовую линию, когда она стартанет. Посмотрим, какое там присутствует напряжение. И так, как я и сказал, один щуп мы кидаем вот на этот диод. Этот диод уходит на седьмую ножку супервизора, то есть на ножку питания супервизора, и еще один щуп кидаем на третью ножку супервизора, который управляет оптопарой, которая отключает через какую-то из оптопар вот этот шим-контроллер. Вот. Сейчас я буду подключать, будем проверять, что у нас там происходит. Прикупил себе вот такую умняшечку, обалденную штучку. Ну ладно, не о нем разговор идет сегодня, а о ремонте блока питания. А то мы видео, блин, растянем до самых-самых, не знаю. Никто не будет смотреть его потом. Так вот, все я подключил. Сейчас у нас блок обесточен. Видим, через лампочку подключил, ну мало ли просто. Ну так удобнее мне было. Смотрите, я сейчас подключаю питание, появляется напряжение дежурное, и появляется питание на как раз на оптопаре, то есть подпирать будет оптопару. Я поставил триггер, который будет срабатывать и останавливать, когда начнется рост напряжения. Включаю, вот я подал питание, и мы видим, сейчас у нас дежурка запитана, вот наша плата-помогалочка, мы видим синий индикатор, это говорит о том, что дежурка включена. Все замечательно. Смотрим по осциллографу. Видим два уровня, желтый и зеленый. Как раз это говорит о том, что оптопара у нас запитана через вот этот синий щуп, через вот этот диод. И он у нас зеленого цвета. Оптопара зеленого цвета. И смотрим напряжение. 4,5 вольта оптопара сейчас подпирается, а напряжение на питание сейчас микросхемы супервизора
4,5 вольта. Как видим, одинаковое напряжение, и вот у нас две совпали линии. С нуля они резко поднялось напряжение до 4,48 вольта. Ну как резко? У нас сейчас развертка стоит 100 миллисекунд, то есть вы понимаете, насколько это все медленно, насколько это все быстро происходило, потому что 100 миллисекунд. Если бы я поставил там 100 наносекунд, то мы увидели вот эти переходные процессы, но они нам не интересны сейчас. Итак, триггер я изменил, чуть-чуть его опустил, по спадающему этому самому сигналу будем замерять, потому что у нас он привязан к сейчас к оптопаре привязан, то есть у нас напряжение сейчас 4,5 вольта, и оно должно падать. И вот когда будет падать, он у нас остановит, как раз зафиксирует картиночку. Так, запускаю блок питания. Так. Я увеличил развертку до 5 миллисекунд, получше будет видно. Все неудобно. Вот у нас в руках кнопка запуска, волшебная кнопка. И поехали. Оп, отключили. Так, все. У нас запустился блок питания. Как мы видим. Так, можно чуть разверточку развернуть. Так, вот так, чтобы она расширилась. Вот, отлично. Просто замечательно. Нет, это не надо поднимать. Так, итак, смотрим. Вот это в режиме, когда просто стендбай было включено, это у нас напряжение на оптопаре. Когда я начал запускать блок PC-ON, включать, прижимать к земле, у нас произошло вот это вот, видите, подключение оптопары, вот она включилась, оптопара, то есть там стала земля, вот прогнулось это напряжение, и она была включена, вот этот отрезок, то есть 2 миллисекунды была включена оптопара. Потом она резко ушла в защиту, отключилась, и все, и постоянно высокий уровень стал. Во время 2 миллисекунд у нас произошло что? Питание с 4,5 ВСБ, который запитывается супервизор, поднялось напряжение до 9,90, видим. То есть был режим включения. То есть все окей, напряжение поднималось, но он не достигло 12 вольт. Почему? Потому что там идет не чистый 12 вольт, а через диод. Там будет меньше 12 вольт. На данном случае мы видим, зафиксировалось примерно 10 вольт. Вот. И дальше сработала защита, вот, отключилась. И тут перестало напряжение расти и начало падать. То есть конденсаторы по 12-вольтовой линии начали разряжаться, толком не зарядившись. Так вот, мы видим, что у нас именно срабатывает защита супервизора. То есть супервизор начинает отключать нас от работы блока питания. Так, мы исследовали ножку номер 7 и номер 3. Все у нас здесь исправно работает. Теперь нам необходимо исследовать ножку номер 1. Это ПГИ-сигнал, который уходит на вторичные цепи, отслеживает напряжение. Здесь напряжение должно быть 1,5 вольта, не больше. Вот. И сигнал возьмем, наверное, 5 вольт. 5 вольт возьмем сигнал, то есть 5-вольтовую линию с выхода. И посмотрим. 5 вольт будет на одном щупе, а на другом ПГИ. Первый вывод. И вот будем смотреть эти напряжения и делать вывод, от чего уходит данный супервизор в защиту, отключает третью лапку. Как я и сказал, один щуп мы кидаем на красный провод, это 5 вольт. Оранжевый это 3,3, но я на 5-вольтовую линию кидаю, потому что оранжевый мне пока не интересен. И один щуп кидаю на первый вывод супервизора, это как раз он контролирует сигнал ПГИ, который формируется по 12-вольтовой линии до дросселя. Там высокие пульсации могут быть, но это не важно. Так, настройки. Осциллографы у нас вот такие. Установил по возрастающему фронту. Так, отсечка у нас будет на уровне, получается, больше 1 вольта. У нас 500 милливольт градация, то есть 1 кубик 500 милливольт. Ну вот, больше 1 вольта. Когда увидит, у нас остановится картинка. Итак, поехали.
Запускаем дежурное питание, загорелся индикатор, запускаем блок и смотрим. Все, выключаем блок, он нам не нужен. Я чуть приподнял сигнал, чтобы было удобнее видеть. Так, вот у нас 0. Желтый сигнал у нас означает PGI. То есть мы видим в момент включения, когда оптопара закоммутировалась, у нас пошел запуск вот этого сигнала PGI, возрастание, и мы видим амплитуду в районе 2 вольт. Это немножко выше, чем в даташите на микросхему BT7502, потому что по даташиту у нас вот сигнал PGI, PGI-1 должен быть в районе 1,24. У нас он немножко завышен, но я думаю, что это, наверное, норма, но еще не факт. С этим будем разбираться. Просто видно, что сигнал поднялся до 2 вольт и пытался стабилизироваться, но потом пошел вниз. Почему? Потому что в этот момент сработала оптопара и пошло отключение. Почему я так уверенно говорю? Да потому что у нас развертка 500 микросекунд. Это получается 1 миллисекунды, 2 полмиллисекунды, 3 полмиллисекунды, 4 полмиллисекунды. Получается 2 миллисекунды, и как раз у оптопара у нас работает ровно 2 миллисекунды. За 2 миллисекунды происходит отключение супервизором, и пошло снижение вот этого уровня. Так, смотрим зеленый график. Зеленый график — это у нас подключенная шина питания плюс 5 вольт, непосредственно с выхода блок питания. То есть вот с этой косички, вот они, вот эти 5 вольт, вот здесь висят. То есть после всех каскадов фильтрации, вот они, эти 5 вольт. И что мы видим здесь на выходе? Мы видим на выходе по зеленому графику, что амплитуда достигла 6,33 вольта. Это очень большая амплитуда. Соответственно, у нас супервизор увидел как раз в этот момент по превышению, где-то, наверное, вот здесь увидел чуть раньше, что напряжение больше 6 вольт, а должно быть там, по-моему, 5,75, по-моему, должна срабатывать защита. Надо будет смотреть. И уходит в защиту. Соответственно, у нас вот в этот момент как раз сработала оптопара и пошла разрядка конденсаторов. Видим, начинает падать напряжение. Такую же картину примерно мы должны увидеть по линии 3,3 вольта. Сейчас, кстати, я, наверное, подкину туда осциллограф. А вместо вот этой желтой линии увидим мы уже график линии 3,3 вольта. И он тоже должен быть, по идее, завышен. Если у нас проблема впереди. Предполагаю, в чем, но думаю, так она, наверное, и есть. Щуп я переместил на 3,3 вольт и на 5-вольтовой линии оставил. Запускаем блок питания, дежурное питание и запускаем все. Все, это выключаем, нам не надо. Так, что мы здесь видим? Значит, у нас желтый график — это у нас линия 3,3 вольта, 500 милливольт, то есть полвольта, у нас клетка. Соответственно, у нас получается по желтому показометру 3,7 вольта. Ну, наверное, это немножко завышенное напряжение, я так думаю. Вот, соответственно, 5-вольтовая линия тоже завышена, 6,33. Соответственно, супервизор видит у нас превышение напряжения, соответственно, он уходит в защиту. А почему так происходит? Ну, сложно сказать. Наверное, все-таки это обратная связь страдает. А обратная связь у нас организована на вот таких каскадах. Тут 3,3 вольта, 5 вольт присутствует, 12 вольт. Здесь у нас участвует ТЛ-ка. Это микросхема. Умный, так скажем, стабилитрон. И оптопара. Оптопара в данном случае воздействует на порт микросхемы U3845, на вот этот вот разъемчик, первый пин. Там стоит, по-моему, обратная связь, там как компаратор стоит. То есть у нас здесь вот эта оптопара работает в таком, в линейном режиме, скажем так. То есть она постоянно светится, уровень свечения у нее постоянно меняется. Соответственно, здесь обратная связь организована так, что
вот там стоит компаратор, и он сравнивает вот этот уровень сигнала, и с помощью компаратора уже дальше идет обработка, надо ли запускать вот этот шим-контроллер, там внутри стоит осциллятор, который постоянно генерит импульсы, то есть надо пускать эти импульсы или не надо, там внутри стоит еще дополнительный суматор, там куча всяких шуток-прибауток, и все это там внутри коммутируется специальным образом с помощью определенной логики. Вот. Но нас это не интересует, мы упираемся непосредственно вот в этот участок цепи, вот в этот участок цепи, и у нас здесь кто-то глючит. Кто конкретно глючить может? Могут быть конденсаторы виновниками, могут быть резисторы виновниками, но так как блок все-таки у меня запустился и работал, и я не помню, подгружал его, не подгружал, вот тут могу соврать, не помню. Здесь виновником у нас может выступать в первую очередь ТЛ-ка 431. Это первый, так скажем, клиент на проверку. И второй клиент на проверку – это оптопара, потому что она работает здесь не совсем в стандартном режиме, а в таком вот, в линейном режиме. Вот, поэтому мы сейчас сначала проверим вот эту ТЛ-ку, ну, а потом уже примем решение, что делать с этой оптопарой. Может быть, просто ее потом поменять и все, если, конечно, в ней будет дело. Но сначала проверяем вот этот элемент. Итак, я вот подсоединился к ТЛ-ке. Вот она ТЛ-ка, это обратная связь. Получается, к третьей ножке и к земле. Один щуп вот на земле, а другой щуп как раз на третьем выводе. Третий вывод у нас как раз смотрит на 12-вольтовую линию через вот эти два резистора 1-килоомных. Ну, то есть формально смотрит вот сюда. Вот он. Вот отсюда берем сигнал и на землю кидаем. То есть мы будем смотреть, что проходит через вот эту линию. Так, моя попытка номер 5. Сейчас мы проверяем работу ТЛ-ки. Опять подключаем питание, нажимаем кнопочку и выключаем. Все, не нужен нам блок. Вот она чудесная картина. Страшная, уродская, чудесная картина. Такое вот сравнение. Так, значит. Итак, как я все это понимаю? Желтая линия у нас отвечает за напряжение на стабилитроне. Вот в этой точке. Мы прекрасно видим, что вот в этой точке у нас происходит сначала нарастание напряжения, а потом его падение. Что к чему мы здесь привязываемся? Смотрим. Вот эти 12 вольт, когда у нас блок питания спит, здесь сюда ничего не приходит. То есть у нас оптопара закрыта. И, соответственно, вот этот транзистор не пропускает через себя напряжение, которое генерится 8-м выводом самой микросхемы шим-генератора. Соответственно, у вот этой микросхемы идет разрешение на запуск вот этих цепей и накачки энергии вот этой части блока питания. Вот. Когда у нас пошел цикл запуска, у нас здесь формируется питание, медленный рост питания до 12 вольт. Что мы и наблюдаем вот на этом графике. Идет рост напряжения на линии 12 вольт. И в один момент, когда достиг определенного уровня напряжения, вот этого пика, у нас происходит приоткрытие вот этого стабилитрона, приоткрытие. Потому что вместе с 12-вольтовой линией у нас поднимается линия 5 вольт. Через вот эти делители, настроенные специальным образом, здесь образуется напряжение опорное в 2,5 вольта. Но оно медленно поднимается, и начинает протекать ток небольшой. Пока здесь еще нет 12 вольт, здесь протекает небольшой ток, соответственно, оптопара еще, так скажем, не загорелась, но уже будет близка к тому, что загорится. Когда загорится эта оптопара, у нас блокируется подача вот этого сигнала шим-контроллера. То есть перестает подача накачки энергии. Вот. Так вот, что мы видим? 12-вольтовая линия, когда накачалась энергией, ее надо остановить. А как мы останавливаем? У нас стабилитрон пытается открыться максимально за счет 5-вольтовой линии. Вот он открылся, проверяет, прошел ли обратный процесс. Нифига,
То есть, по всей видимости, оптопара не сработала. Он сильнее еще открывается, еще сильнее. Вот он скачками вот так тык-тык-тык-тык открывается, открывается, открывается. Пока он пытается открыться до тех пор, пока 5-вольтовая линия не упирается в ошибку. И у нас ВТ-7502 тупо уходит в ошибку по своей защите. То есть у нас, несмотря на то, что ТЛК пытается максимально пропустить ток по 12-вольтовой линии, то есть по 12-вольтовой линии весь ток протекает вот через вот этот резистор, через вот этот резистор и через вот эту оптопару максимально. Вот, соответственно, здесь должен образоваться такой сигнал фотонов, который откроет вот этот транзистор железобетонно. И восьмая нога, 5 вольт, отсюда потечет через этот делитель и упрется в этот компаратор. И компаратор должен сработать внутри вот этой микросхемы и закончить накачку энергии. Соответственно, чтобы здесь вместо там, 12 вольт и здесь 5 вольт не пришло там, 13 вольт и 6 вольт. Но мы видим, получается, ТЛК видит это безобразие и пытается, как бы сказать, сработать. И она срабатывает, судя по вот этому графику, что он пытается упасть прям к нулю. То есть у нас максимально открывается ТЛК и пытается максимально пропустить ток весь через вот этот резистор и вот эту оптопару. Максимально. Но, по всей видимости, у нас вот это... вот этот оптопара просто не срабатывает. Я предлагаю сейчас выпаять эту оптопару. Она рабочая, но она почему-то глючит. Вот эту оптопару выпаять и запаять какую-нибудь другую. И посмотреть результат, как изменится у нас результат. Вот такие мысли. И я еще раз говорю, я не профессионал, я учусь, я могу что-то неправильно говорить, поэтому сорян, у всех бывают ошибки. Но только таким образом можно чему-то научиться. Как найти, какая оптопара отвечает за управление оборотной связью? Ну вот мы делали замеры вот по этой ножке. Сюда ставим щуп. Ставим на прозвоночку. И этим щупом лезем вот в то неприятное место. Ай-яй, и не пролазит щуп. К сожалению, не пролазит щупас. Да, не пролазит. Ну окей, мы не сдаемся. Переворачиваем вот так вот, таким образом, плату. Щуп, соответственно, вот эта распиновка получилась у нас зеркальная. И мы ищем вот. Вот эта оптопара, вот она, оптопара наша. Легко нашлась. Видим, да? Пищит. 1 Ом сопротивления. Вот эту оптопару сейчас я постараюсь выпаять, заменить и надеюсь, что удача нам улыбнется. Что виновата именно оптопара. Больше не на что грешить. Конечно, микросхема шинки тоже может быть виновата. Но что-то мне подсказывает, что она не может быть сейчас, в данном случае, быть виновником всего этого представления. Как всегда, паяю каиночкой. Да-да, это мой спонсор. Да шучу. Ничем не переплачивает никакая каина. Просто закупил ее дофигища и пользуюсь. Обязательно все паяльные процедуры делаем на отключенной технике, ни в коем случае не шутите. Вот оно, чудо китайской наноразработки. Это чудесный оловоотсос, самый такой неплохой и недорогой, бюджетненький, скажем. Поэтому рекомендую, покупаем. Ссылочки внизу в описании. Кто меня спрашивает? Домовой, помоги отремонтировать блок питания. Ребят, Ну как можно сванговать, что у вас полетело? Так сам вот разбираюсь, тут, казалось бы, и куча приборов, и все есть. И в итоге исследуем, видите, сколько времени. Ну, съемки очень много времени съедают, нереально много времени. Требуют и тишины, чтобы никто не орал, собаки не гавкали, кошки не мяукали и тому подобное. Так, все выпаялось. Так вот, я не то, что не хочу помогать, я просто даже не знаю, чем вам помочь. Понимаете? Это то же самое, как вот у соседа не заводится машина, он тебе подходит, слушай, не заводится машина. А я что, при чем? Ну, чем я могу помочь? А ты это что-нибудь делал? Нет. А это делал? Нет. Ну, как можно
не замерив напряжение, узнать, в каком у тебя состоянии аккумулятор, в каком у тебя состоянии стартер, вообще крутит, не крутит. А я не знаю, что такое стартер, я не знаю, где он стоит. Ну, как бы, ну вот как можно помочь человеку, который, так скажем, он не знает, если он и не хочет знать, вот в чем проблема. Как такому человеку можно помочь? Так, это микросхема у нас. Оптопара. Пострадавшая, наверное. Я могу ошибаться. Ребят, я учусь так же, как и вы. Смотрите ролики. Ну, ролики я смотрю немного другие, но суть вся та же. Я всегда тоже учусь чему-то. Не обязательно ремонтом. Всему учусь. Помимо ремонтов. Вот. Поэтому у меня тоже все получается не с первого раза. Да и ремонты, я вам еще раз говорю, это хобби. Это не мой заработок, потому что на этом заработать, ну не знаю, кто-то говорит, вон хорошие деньги можно заработать. Ну я считаю, это баловство все. Не, ну если только профессионально этим заняться, то может быть. Но у меня на это нет времени. И желание делать из своего хобби рутинную работу, ну честно говоря, тоже не очень горю желанием. Ой. Вот, так скажем, пофилософствовали. Ну что, будет держаться? Запаяю? Так, хорошо. Ролик получился огроменный, но, скажем так, такой, скажем, стрим получился, да? То есть, все как бы в реальном времени практически, но я, понятно, что прерываюсь. Так, обязательно надо будет проверить, что оптопара все верно подключена. Вам не видно, а мне видно. Ну, вроде бы все правильно подключил. Ну что, это возможность, как говорится, дать блоку вторую жизнь. Подключаю, проверяю. Ну что, мальчики и девочки. Девочки тоже у нас участвуют в нашем разговоре. Сейчас кульминационный момент. У меня, честно говоря, даже мурашки по коже побежали от волнительного такого момента. Обязательно все делаю через лампу, потому что. Лучше через лампу. Ну что, запускаем. Дежурочка у нас осталась. Если что, лампа нам что-нибудь спасет, но... И это успех! Это успех! Это успех! Успешище! Вы видели? Всего лишь одну... Одну деталь запаяли. Одну деталь, и мы четко на нее вышли. Ну что вы думаете? Это разве не бог удачи улыбнулся нам? Это бог удачи нам улыбнулся. А почему он нам улыбнулся? Да потому что мы изучаем. Изучаем даташиты. Изучаем, все изучаем. И, соответственно, вот он результат того, что вот эта маленькая штучка, которая работает, между прочим, она работает, и она... В принципе бы, дальше работала, но почему-то в линейном режиме она нам выдавала вот такую вот фигню. Сейчас я подключу осциллограф. Блин, вы даже не представляете, как это кайфово, когда у тебя все получается. Причем, ну, я, конечно, предполагал, что быстрее всего будет в этом проблема. Думал сначала в ТЛ-ке, но ТЛ-ка, слава богу, живая осталась. А потом на втором план у меня выходила оптопара. Чудесно. Класс, супер, супер, вот. И на третьем, на самом третьем, последнем месте это шинка. Почему на третьем месте шинка? Потому что у меня ее просто тупо нет. Ее надо было выпаивать с какого-нибудь донора. Ну, не знаю, есть или нет. Вот эту оптопару мы оставим, мы ее... она работает, но только в ключевом режиме. То есть, когда мы постоянно я тыкал вот этот блок питания, он у меня все равно запускался. Я не помню, получилось видео, что у меня запустился блок. Уже не помню, честно говоря, потому что много было кадров. Вы даже не представляете, сколько времени занимает съемка данного вот простого... Это же простой блок питания на самом деле, элементарный блок питания. Вот, но очень много времени занимает. Ну, понятное дело, я не профессиональный там монтажер и тому подобное. Это же надо потом еще и смонтировать, но... Минимум будет монтажа, как говорится, только обрезки и все. Это круто. Это круто, реально. Так, теперь мы что делаем? Это еще не конец. Нам же интересно посмотреть осциллографом, что у нас творится на ТЛ-ке, когда исправна оптопара. Потому что это накопление опыта. Никогда нельзя, вот, о, заработало, да слава богу, да. Вот
как работают некоторые ремонтники. Потому что они вот упираются, да, кондерчики поменял, все работает, все окей, поменял кондерчики, не заработал, да и хер с ним, отдаю дальше, да, там, ремонт дальше. Нет, это целесообразно, конечно, это заработок денег, я согласен, но это у меня хобби, мне интересно получить результат. Нет, я, конечно, с этого деньги получу, однозначно, я продам этот блок, я заработаю деньги, но не те деньги я заработаю, которые заработает мастер, который сидит на потоке и делает, вот знаете, такую простую работу, ну, не совсем сказать простую, сейчас я начинаю занижать, так скажем, уровень тех людей, которых я не знаю, это неправильно, вот, но просто есть целесообразный ремонт, есть нецелесообразный, так вот, вот это нецелесообразный ремонт, это днищенский блок, он стоит мало, то есть ремонтировать его нецелесообразно, но вообще все блоки, честно сказать, ремонтировать нецелесообразно практически. Практически нецелесообразно. Все детали в блоке питания очень дорого стоят, а блок потом ты продашь дешево. Вот поэтому и получается, что ремонт блоков питания довольно-таки дело-то нерентабельное. Но а блоки питания с APFC очень любят взрываться, и если вы что-нибудь накосячите, можно просто унести ключи, которые стоят каждый ключ по 120 рублей. И вы кому-то скажете, ну 120 рублей это ни о чем. Да нет, ребят, когда вы спалите 10 ключей по 120 рублей, да, и там конденсатор, не дай бог, разорвете за 500 рублей, или еще что-то там разорвет, шим-контроллеры APFC, они стоят там по 250 рублей за штуку, а их можно спалить и 3, и 4, да. У меня было так, что я 3 штуки спалил, и до сих пор у меня этот блок лежит, и я к нему боюсь подходить просто. Ну вот, реально, бог удачи отвернулся на все там, я не знаю, 180 градусов. Даже ни на один градус к тебе не поворачивался. Но я думаю, его потом победим. Вот. Ладно, растрынделся. Так, уважаемые дамы и господа, продолжаем. Все, я подключил осциллограф. Все было так, как до этого, когда у нас не работало... Что у нас не работало? Не работала оптопара. Так, все, включаю питание. Питание включено. Дежурочка есть. Запускаю. И смотрим сюда. Так, все, это нам не надо. Это нам не надо. Смотрим сюда. Вот она, истинная картина, как должна работать ТЛ-ка. Смотрим. Вот ТЛ-очка. Значит, у нас ТЛ-очка насыщается, как бы, да. И вот в этот моменте она начинает открываться. То есть на выводе, где 2,5 вольта начинает появляться. Вот, она начинает пропускать через себя ток. Пропускает, пропускает, пропускает. Потом она понимает, что хватит пропускать. Как бы идет стабилизация. Вот, стабилизация. То есть оптопара у нас начинает вот здесь уже сильно приоткрываться. И, соответственно, оптопара приоткрываться. И, соответственно, давать сигнал на компаратор. Шимка начинает переставать генерировать сюда сигналы, накачка энергии прекращается, и по 12 вольтам начинает снижаться напряжение, там с 12,8 вольт и ниже чуть. Соответственно, здесь у нас 2,5 вольта начинает пропадать, становится 2,4, у нас закрывается ТЛ-ка, при закрываться начинает, и здесь фотончики начинают уменьшаться, соответственно, вот здесь компаратор подпирает, уже перестает подпираться этим самым 5 вольтами, и, соответственно, ошимка опять запускается, начинает генерить, и все по циклу так погнало, вот так. Вот это называется вот вся вот эта байда, обратная связь. Вот она организована через ТЛ-ку, 12 вольт это чтобы открывалась оптопара, 5 вольт это опорное напряжение на ТЛ-ку, ну, а вот эта штука у нас как бы изоляция между высокой частью и холодной частью, горячей частью и холодной частью. Вот так у нас все происходит. Где-то я допустил, возможно, ошибки в каких-то процессах, но по большому счету, я думаю, все в принципе плюс-минус правильно. Результат сам говорит за себя. Мы видим картиночку, да, видите? Вниз не пошла, видите, ниже не пошла, потому что у нас оптопара сработала и... ТЛ-ка увидела. Угу. Все окей, у нас на дополнительном выводе 2,5 вольта сформировалось, и вот она пытается стабилизировать. И все это происходит, смотрите, за считанные миллисекунды. То есть 20 ус это получается 200 микросекунд. То есть у нас получается от времени включения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10,
11, 12, ну, примерно 3 миллисекунды, и у нас все нормализуется, напряжение. Ну, так, грубо говоря, 3, может быть, 5. Там я просто дальше не вижу. Не, наверное, больше, потому что у нас зеленое, это получается 4 вольта, а у нас должно до 5 вольт еще подняться. Ну, как-то так. Вот как-то так все это происходит. Ну, окей, все починили, все ништяк. Поэтому сейчас я буду собирать блок и кидать его нагрузкой. Ну и в заключение, конечно же, стресс-тест. Обязательно под нагрузкой. Подаем питание. У нас вот дежурочка. Дежурочка у нас работала. И запускаем блок. И как мы видим, у нас все напряжения поднялись. И вон горит зелененький вот Power Good. То есть все окей. Нагрузочка у нас активировалась. Все напряжения в норме, я думаю. Дежурочка 5 ВСБ 5.10. 12-вольтовая линия 12.57, дальше 5-вольтовая линия 4.92, 3.41, 3-вольтовая линия, минус 12-вольтовая 12.5 и Power Good у нас 3.5 вольт. Все как в аптеке. Ну что сказать, это чудесный ремонт, это крутой ремонт на самом деле. Я впервые использую двухлучевой осциллограф. И с помощью него я сегодня победил ту проблему, которую бы никогда бы не победил без этого осциллографа. Именно двухлучевого. Ну, у кого нету двухлучевого, можно, конечно, пробовать и одним лучевым. Но все же лучше использовать двухлучевой. На этом у меня все. В качестве благодарности я принимаю такую благодарность, как переход на Яндекс.Дзен, просмотры видеоконтента на Яндекс.Дзене, потому что там у меня подключена монетизация. На Ютубе я ничего не получаю. Ну, а подключать донаты и просить, чтобы кидали донаты, я считаю, это бред. Самая классная будет поддержка, это просмотр моего канала на Яндекс.Дзене или там на Рутубе, но лучше на Яндекс.Дзене, я так думаю. Потому что свои там несколько сотен рублей я получу, а так я ничего не получу. YouTube полностью заблокирован, однозначно. И если у кого-то он не заблокирован, то все равно выплаты не дойдут, в любом случае. Они и так были небольшие, а сейчас и те крохи просто комиссия съест, поэтому работа просто так, она ничего не стоит. Вот. На этом у меня все. Подписывайтесь на меня Яндекс.Дзен, Рутуб и, конечно же, в Ютубе. Я буду выкладывать ролики. Но в первую очередь, наверное, буду теперь переведу, постараюсь весь трафик на Яндекс.Дзен. Уж извините, кого это будет не устраивать, но по-другому я не знаю, как поступить, чтобы не делать ролики, тратить свое время. Очень много я трачу времени на запись роликов. Поймите меня, монтаж и компиляция видео, это, ну вот это видео займет у меня, честно говоря, наверное, 3 дня. Ремонт сутки и в течение 2 суток компиляция видео, потому что оно получается длинное, надо пересмотреть, что-то обрезать, что-то убрать, все это соединить, картинку сделать, ну сами понимаете, это не так быстро, как кто-то думает, что легко и просто. Вот, мне проще отремонтировать, не снимать и тому подобное, но мне самому интересно, честно говоря, и снимать, и лучше запоминаются какие-то особенности, тонкости, да и с вами поделиться, в принципе, я считаю, очень неплохо. Отсечь тех глупцов, бегите, глупцы, подальше, потому что ничего простого в этом нет, это все сложно, и если блок не запускается, да, не запускается, попробуй починить, ну вот вам реальный результат, с помощью кучи приборов мы вышли на вот эту вот поломку, понимаете, так просто ничего не происходит, понимаете, чтобы научиться писать, мы ходим в школу, сколько, 10 лет, да, кто 11 лет ходил, все элементарно, вот. Хватит нравоучений. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, кто что думает, какие проблемы бывают. Все интересно, все пишу, все комментарии я читаю и, конечно же, стараюсь ответить. На этом у меня все. Вы были на канале Домовой. Всем крепкого здоровья, вот удачных ремонтов, чтобы фортуна, успех, удача всегда сопутствовали вам и, конечно же, не болейте. Всем мира и добра. Класс! Отличный ролик получился. Всем удачи. Пока-пока. До новых встреч.